Для участия в конкурсе свои работы прислали ученики всех школ области. Победители определялись по двум направлениям – рисунки и литературные произведения, включая стихотворения и сочинения. Уровень творческих работ оценивала специально созданное жюри, в состав которого вошли правоохранители, представители областного департамента образования, руководители областной службы по делам детей, а также искусствоведы и писатели. Вручая дипломы и подарки юным талантам, заместитель начальника ГУМВД Украины в Донецкой области Валерий Штанченко отметил, что определить победителей среди такого количества интересных работ было очень сложно. Также я хочу, пользуясь случаем, сказать огромное спасибо всем детям, которые приняли участие, их родителям, преподавателям, пожелать им в будущем творческих достижений. Я думаю, что проведение данного конкурса станет нашей ежегодной доброй традицией. Награждали ребят в трех возрастных группах – ученики младших классов, учащиеся 6-8 классов и старшеклассники. Лучшие детские работы правоохранители издали в сборнике творческих работ. Эту книгу на память о конкурсе подарили каждому участнику церемонии награждения. За активное участие в конкурсе также были награждены детские коллективы Авдеевского детского приюта, 36-й Макеевской специальной школы-интерната и Шахтерского детского дома. Ярослав Максимчук, Первый муниципальный.